Хотел бы порекомендовать вам сервер Astral. Сервер PvP направленный с модом суперструктуры. В трайбе не более 10 человек. Рейты на опыт и сбор 5x. Скорость роста дина 15x. Приручение 10x. Скорость урожая 50x. В кластере сервера вами любимые карты, кроме Булгуэра и Скёрча. А для новичков действует промокод Astral Мривита. Плагины и моды для комфортной игры. Еще больше информации вы можете узнать в дискорде сервера. Проходите по ссылке в описании и не забудьте про промокод. И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики, зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Это последняя серия по Extinction, потому что что? Правильно, мы сегодня убьем Альфа, короля титанов. Ну и, соответственно, сделаем последнее вознесение. И отправимся на Генезис. Сразу скажу, возможно, серия по Генезису как-то что-то где-то задержится, то есть появится позже. Возможно, но это не точно. Ну, то есть, соответственно, будет какой-то маленький перерыв. Там будет видно. Ну а сегодня пойдем за боссом, а точнее за его головой. Голова Альфа Бета Короля Титанов, конечно же, у меня не появилась, точнее, она исчезла, залуталась, но исчезла, вот, после Вознесения, поэтому, ну, вот, как-то так бывает. Сегодня я, соответственно, вот, все, что вы видите, это у меня все исчезнет, потому что, что, кстати, не факт, что исчезнет, может, вот это вот и останется, если я на другую карту перейду, она может и останется, я ж откуда знаю. Но, соответственно, выкидывать я сейчас ничего не буду, потому что, извините, а если мне там порой поломать, то что мне делать? Вот. Пойдем убивать Альфача. Во-первых, здесь у меня, то есть все снаряды я сюда, которые повыбивал, закинул, вот эти вот и все модули закинул. Так, вот этот модуль можно выкинуть. Каких-то 20 брони всего лишь. Вот. И я не знаю, что будет. Сколько у меня будет брони, будет ли вообще броня и так далее. Но смотрите, у этого модуля есть броня. У этого модуля есть броня. Я хочу на двух мехов, на трех мехов вот эти модули надеть легендарные. На одного вот этот. Собственно, я буду на нем, и я буду собираться в единого меха. Вот. Кстати, надо посмотреть, как это вообще делается. Что-то я забыл. Вот. Я вызвал себе мехов, точнее создал себе мехов, плюс 27, плюс 22% и плюс 15%. Они очень жесткие, очень мощные, мощнее, чем то, что у меня сейчас здесь стоит. Кстати, вот это вот можно выкинуть, говорю, можно. Выкинь вот это все. Надеваем вот этот модуль сразу на тебя. Давай смотреть, что у тебя вообще что-нибудь изменилось. Ничего. Мехов. Требуется 4 мехи. Преобразователь в мега-меха, оборудование мехов поблизости 1. Требуется 4 меха. Прикольно, значит. Ну, окей. Окей. С этим проблем нету. Это мы сейчас туда тпхнемся и все забабахаем. Сейчас только вот эти вот модули я все скину сюда. И что? Ну и мехов, соответственно, сейчас там вызову в каждого модуль за пихондрю. Посмотрим их характеристики. Также мне нужны головы. Вот эти самые трофеи. Ядрить тебя. Растудить. Почему так не перенесся? Так, ну давай. Эч! Отлично. Так хотя бы зацепил. И... Оп. Отлично. Последняя голова. Да. Освободились. Слоты. Ну а что поделаешь. Все три трофея у меня есть. Все ресурсы тоже должны быть там. Терминал Короля Титанов. Я место освободил, 97 гигов, я думаю, на эту серию... Я надеюсь, на эту серию мне хватит. Хотя, повторюсь, это 100 гигов, это у меня для трех серий. Ну, так, плюс-минус. Бывало даже побольше, в зависимости от серии. Теперь вкидываем. И вот это вот надо вкинуть. Вот, все. Теперь я могу вызвать Альфача. Вот это даже давай вот.
Вот это давай выкинем. Ну, не хочу. Хочу, чтобы было все ровненько и красивенько. Прям ровненько, чтобы все исчезло. Без следа. О, я где-то забыл. Я дурной человек. Что поделаешь? Я страдаю фигней. Так. Давайте вызовем сначала меха. Мехов. Так, вызываем мехов. Тебя. Вы приручили меха. Я повелитель машин. О, красненький кайф. Блин, жаль, у меня тогда этого красненький не появлялся. Ну, блин. Красненький — это кайф. И вот это... О, коричневый! Красненький! Серенький. Ну, классно же! Классно. Так. Сейчас надо сделать так, чтобы они все вылезли из земли. Ну, мало ли, как это что сработает. Так, нет. Делаем вот так. И сейчас я вызову своего меха. Подожди, а где мой лесной титан? А, вот ты, братан, ты здесь еще. Красава. Да тут нифига ты уже отхилялся как. Вообще огонь, красава. Вот, так это... Еще сумочки мои до сих пор здесь валяются. Сколько прошло? Да не так уж много времени прошло. Сумочки мои до сих пор валяются. Ну, давай залутаем. Ну, вот как-то так. Лесной титан у меня теперь хранитель памяти. Потому что все седла я сложил в него. И вот так вот это все дело у меня стоит. Я экипировал в них все вот эти легендарные модули. А куда мне их еще девать? Вот. Единственное, что, конечно, будет обидно, если бы я смог бы вот тот модуль себе потом надеть со 150 броней. Ну а что поделаешь, если это так будет. Да. Погнали! Погнали вызывать Альфа-чан. Альфа короля. Потому что сейчас я это могу объединить их только при наличии альфа короля рядом. Так. Падай. Ну что? Надеюсь, я в правильном месте встал, и я смогу здесь вызвать его. И где он? Эй! Я все еще тебя жду. Эй, ёб твою ж за ногу! Все-таки надо было ближе подойти. Лево контрол, чтобы запустить процесс активации. Давай! Ты посмотри. Ну слушай. Ну здорово, жирнич. На тебе, ублюдок. Ох, да. Твою мать. Это ты посмотри просто. Тебе тут привет передавали. Из заметок вычитал. Нате! Вот да! Черт побери! Он, получается, только бьет мечом. Либо. То есть на правую кнопку мыши вообще ничем. На левую кнопку мыши кулаком или мечом бьет. На Ctrl у меня ничего, на это ничего. Ну окей. Давай! Ух, вот это я понимаю. Да. Ну ты посмотри, какая красота. Не, ну я могу пока повыпендриваться. Вообще, прям очень даже могу. Погоди-ка. Так, не так. Вот так. Ринскрин. Отлично. Я сохранил эту картинку. Ну, жирнич, иди сюда. Будем мочить.
В правом верхнем углу какой-то таймер постоянно обновляется, как после того, как я по нему ударю. Возможно, этот таймер появляется, что... Пилотирование меха. Кстати, по броне у тебя ноль! Твою мать! Чёрт! What the fuck, полетел просто! Мех стоит! Ты... Какого чёрта там мех стоит? Твою мать! Это что за баганное говно называется? Ну окей! На! Ублюдок, мать твою. Надо побыстрее расправиться, а то там, смотрю, ли снова титана бьют. Ну выглядит-то это же красиво. Какая красота. Не, ну вот так сражаться, это вообще прям изи-бризи. Сколько у тебя хп? Да нифига себе просадили, это как жестко. Ну, кстати, по броне реально у него ноль. Поэтому все возможно, я тот модуль мог надеть. Последний удар. Бах! Развалился мех. Тут мех остался, прикинь. Мех с броней, который остался. Быстрее. Посмотрим, что да как-то где. Реально, мех, который с броней, он остался, у него просто броня покоцалась и все. Офигеть! Вот это дурдом! А вот он модуль. Какого фига? Не знаю. И знать не хочу. Да. Что тут мы в итоге получаем? Ну, во-первых, голову, которая исчезнет. А, легендарка. Ну, прикольно. Элемент, флаг получаем. Я даже могу все это сделать. Получить здесь ни одного модуля. Здесь только рецепты на модуле было. Это все можно выкинуть, чтобы оно немножечко меня освободило. Не, я просто не знал, как работает там, что, где, как, появится, не появится. Поэтому для красоты, для... так сказать, для самого себя я это сделал. Я теперь могу хомодел сделать из себя. Ну, допустим, но нет. Хотя, может, это и прикольно было бы. А что дальше у нас тут еще полуто появилось? Но в целом, слушайте, за беточек, к примеру, мне дали лучше. С одной стороны, а с другой стороны, мне и не нужно-то что-то другое, если уж на то пошло. Ну так-то. Мы идем на Вознесение. Невероятно красиво. Пойдем, посмотрим. Это наконец-то началось. Ковчеги возвращаются домой. Каждый из них несет с собой семена новой жизни. Растений, животных и людей. И эти семена разрастутся по всем уголкам мира. Как только они прорастут,
вся эта жизнь вырвется на волю. И будут процветать и разрастаться. И эта планета, наш дом, снова расцветет. Что же касается остатков инфекции, ковчег справится и с этим. Со временем они очистят почву от всех святых элементов. Но не заблуждайтесь. Это все благодаря вам. Я просто рада это увидеть. Только посмотрите, солнце встает. Да уж, я за сегодня уже третий раз это смотрю концовку, и я счастлив, это было клёво. Да, вторая концовочка меня как бы поднасрала очень сильно, но я счастлив, черт побери. Специально перед заставкой включил музыку, чтобы насладиться так, как задумывали разработчики. Что я могу сказать? Extinction хорошая карта, прикольная, вот эти задумки безумные, защиты дропа, защиты элемента, босс необычный, а самое главное, конечно же, то, что ты босса должен убить сначала гамма, потом бета, потом только альфа, а не сразу бежать на альфа-чат с криками, вот это вот и все. Да. Клево. Это было классное путешествие. Серия вышла меньше, чем я ожидал. Я говорил, что будет серия 45, но что там получается? 35, получается, серия вышла. И, кстати, на удивление, я думал, реально будет больше. А вышло, как тот же самый остров, чуть подольше острова. На острове там свои заморочки были. Операция тоже заняла много времени. Ну, Extinction все-таки я хотел. Я хотел пройти Extinction именно вот как вот. Прям с начала и до конца. Еще больше я, конечно, хотел пройти игру с начала и до конца. Да, игру с начала и до конца пройти, это прям здорово, клево. Классно все-таки. Я считаю кощунством пропускать титры, тем более, когда ты записываешь контент. Почему? Потому что это люди, благодаря которым мы с вами увидели эту игру. Эти люди, да, пускай что-то сделали не так, как мы хотели, но они сделали так, как они хотели. И это уже наш выбор, играть в то, что они сделали или нет. Я считаю, это вполне очень даже справедливо. Осталось две карты официальные пройти. Это Genesis 1 и Genesis 2. Кстати, я до сих пор не понимаю, как они связаны. То есть, по сути, типа, что, нас типа загрузили? Или как наш персонаж появляется на Genesis? И как это обусловливается сюжетом? Я до сих пор этого не понял. То есть, Genesis это как будто арк полтора. То есть, это как предтеча к Арк 2. Вот, я считаю это, до сих пор так считаю. И меня до сих пор не переубил никто в обратном. Потому что вот на Extinction мы закончили освобождение Земли, очищение Земли от элемента. А на Genesis, то есть в первом Genesis мы... Сидим в эмуляции, модуляции, как это... Ну, в общем, короче,
тренируемся, можно так сказать, к выживанию на новой планете. А на Егенезисе 2, соответственно, мы просыпаемся на корабле раньше времени, раньше положенного времени, и защищаем, собственно, этот самый корабль. Да, чтобы мы смогли долететь до точки назначения, так сказать. Что еще сказать? Что еще сказать? Однозначно клево. Я жду анимацию. Я жду Арк 2. Главное, чтоб на это было все время. И это будет очень-очень клево. Ну а сейчас что я могу сказать? Что? Все! На этом все. Заканчивается выживание на Extinction, и впереди 5-й сезон. Да, вот она, зима. Winter Wonderland. Wonderland — это же волшебный мир, что-то типа того. Зимний волшебный мир. Ну, какая музычка, все-таки обожаю, как они делают аранжировку на начальную тему арка. Да, всех еще раз с Новым годом, уже наступившим, с Рождеством прошедшим. Впереди старый Новый год. Или он уже, не знаю, у меня 6 января. Я записываю заранее, чтобы у меня все. Кстати, записываю рождественскую ночь практически. Сейчас, через полтора часа у меня будет ночь с 6 на 7 января. Ночь Рождества. Неужели это есть рождественское чудо, что я закончил эту карту? На Генезисе у меня уже есть идея, как я буду выживать. Эта идея у меня очень далеко, точнее, какое будет здание, какой будет дом. Эта идея у меня очень давно в голове, прям очень давно в голове. Эта идея у меня появилась от человека, от растера Бонни. И я реально, когда увидел, что, твою мать, в арке ввели такую хрень, я так, надо, обязательно будет сделать. На Генезисе я не играл вообще. Ну как, я там зашел, не знаю, может, минут 30 побегал, что-то потусовался и, в общем, ничего в Генезисе не знаю. Но буду всему учиться. Познавать, узнавать. Ну, а я на этом уже с вами, пожалуй, прощаюсь. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Играйте только в те игры, которые вы любите играть. Не сожалейте ни о чем, что вы сделали. Ведь все, что не делается, все делается к лучшему. Ведь главное в это верить. Все, на этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока. Хотел бы порекомендовать вам сервер Astral. Сервер PvP направленный с модом суперструктуры. В трайбе не более 10 человек. Рейты на опыт и сбор 5x. Скорость роста дина 15x. Приручение 10x. Скорость урожая 50x. В кластере сервера вами любимые карты, кроме Булгуэра и Скёрча. А для новичков действует промокод Astral Mrevita. Плагины и моды для комфортной игры. Еще больше информации вы можете узнать в дискорде сервера. Проходите по ссылке в описании и не забудьте про промокод.